Граждане Казахстана, две женщины и двое детей 8 и 12 лет все еще находятся на борту круизного лайнера Diamond Princess, который до сих пор стоит в порту Йокогамы из-за вспышки коронавируса. По данным Министерства иностранных дел, они не заражены, их состояние не вызывает тревоги. Но тем не менее наши соотечественники сдали анализы. Сотрудники посольства Казахстана в Японии постоянно находятся с ними в тесном контакте. Если до окончания карантина у граждан Казахстана не будет обнаружено признаков опасного вируса, их выпустят, но еще раз проверят уже на суше. И только после этого они смогут вернуться в Казахстан.